будет немножко, скажем так, неожиданное включение. Ну, для кого неожиданное, для кого ожиданное. Выпустили обновление на сервер The Walking Dead. Давайте дружно посмотрим, что это за обновление. Плюс 400 кристаллов, это хорошо улучшит стена. Так, ну, во-первых, мы посмотрим. Один день, 21 час. Это, в принципе, уже можно ставить обновляться. Через 2 дня он обновится так же, как и вот это. То есть мне нужно ресурс 4,4, 2,9 дерева, 2,2 мяса, 3,7 пуль. Все, мы запускаем улучшение, потому что сильнейший выживший у нас получается невероятная мощь. Это уже увеличение мощи через один день. Так, в двух словах. Мы улучшаем дом. Так, давайте-ка мы... Нет, мы сейчас просто все ресурсы потратим. Там мы уже потом используем миллион, 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 миллион. Использовать. Завершено. Все. Хату мы поставили улучшаться, потому что за нее дадут много очков. Вот эту вот еще штуку нам надо поставить улучшаться. Но у нас нету дерева абсолютно на это. Сейчас мне еще дерево принесут. Это будет шикарно. А там по времени один день 17 часов. Мне бы уже бы пора бы его поставить. Сейчас мы все соберем. Так, давайте по порядку, с чем мы хотели разобраться. Версия 1.8 была выпущена, рекомендуется обновить игру до последней версии, чтобы получить 300 рубинов. Супер. Теперь увеличено усиление для набега. Теперь во время набега каждый участвующий игрок может получить плюс 5% к атаке, максимальный бонус плюс 20. Было 2,5 на человека, максимум 10. То есть это что? Это мы заходим в сражение. Допустим, и видим вот здесь вот 15, 15, вот вверху видите, 15, 15 и зелененьким 15. Раньше было 10%, теперь 20%. То есть, в принципе, набеги будут усилены на 10%. Ну, нехилая, скажем так, прибавка, да? Так, нам надо Ниана пройти. Давайте-ка мы сходим во время путешествия, предварительно бега превышает время набега, это задержит начало. Так. Ладно, вернемся дальше, потому что одну мне нужно пройти. Сейчас вынесем. Давайте следующий. Добавлен элитный враг для набега. Войска Нигана. Войска Нигана – редкий и могучий враг, которого можно только победить в составе набега. Они начинают появляться, когда сообщества второго уровня впервые откроются. Ага, награды включают ресурсы и пули, а также шанс фрагмента выжившего Нигана, Дуайта и Джона. Награды увеличиваются вместе со сложностью. Ну, давайте посмотрим, на карте появились они или нет. Есть у нас возможность их искать? Нет. Возможности искать их у нас нет. А я так понимаю, это должен быть квест. Спасите Рика. Нет, квеста у нас здесь на них не появилось. Войска Нигана. Как они могут отображаться, интересно? Обычно это все отображается... Оранжевый это Вудбери. Так. Ну-ка, давайте еще раз мы в квест зайдем. Их можно победить несколько с возрастающей сложностью. Они начинают появляться, когда сообщество второго впервые откроются для битвы. Они могут появляться рядом с обществом или в других местах после поражения. Ну, давайте поищем второе сообщество. У нас где? Первое сообщество. Вот второе сообщество. Мы ищем Нигана здесь. Как он должен выглядеть, интересно. Внимание, замечена сила Никона. Похоже, что они двигаются к сообществу, вам посту или даже ближе. О, кланчат. Братва. Силы Нигана. Новый квест. Гоу затестим. $390,000. А вот он, Джон. Ну это все золото, это капец так-то как редко. Фрагменты Нигана. Так, ну нам надо однозначно на них напасть. Сейчас мы вернемся и... Так, это не до этого мне.
Я очень сильно хочу затестить, поэтому мне не так сильно даже жалко все остальное. 390к, я думаю, что я затащу. То, что мы там 19-го. Проходим. Мне неинтересно, что вы мне хотите предложить. Давайте тестить новую банду Нигана. Я думаю, это очень интересно. 8 часов, смотрите, вот оно появление. Мы предлагаем набег 5-минутный. Так, мы дадим сюда. Есть шестые стрелки? Есть шестые стрелки. Вот сюда мы шестых стрелков поставим. Сюда мы поставим пятых стрелков. Поход. 389, у нас 390. Ладно, пока мы ждем поход, смотрим, что дальше. По Нигану мы разобрались, то есть там видно, что золотые Ниган, Дуайт и Джон можно выбить с них. То есть мы будем на них теперь ходить. Сейчас посмотрим, что из других падает с них. Внесены изменения в события шепчущихся. Вы больше не будете получать жетон шепчущихся за помощь члену вашего клана в победе над шепчущимися. То есть раньше были жетоны. Теперь 5 жетонов в начале дается, то есть 5 помощи. Получается, что мы 5 раз можем попросить помощь. Скорректирована сила шепчущихся. Теперь сила шепчущихся значительно увеличивается каждые 5 уровней. Если вы не можете победить их в одиночку, рекомендуется обратиться за помощью или устроить набег. Но это чуть выше надо, когда набеги станут посильнее, потому что до этого они были пока слабые. Добавлен новый рейтинг помощи другим в победе над шепчущимися. Если вы кому-то поможете, то вы получите очки. Чем выше сложность, тем больше очков. Победитель рейтинга получает право использовать специальную рамку. Ну, такое себе. Первый вызов шепчущихся будет бесплатным для каждого их уровня. То придется заплатить рубины, если они исчезнут до того, как вы их победите. То есть там, по-моему, час или два на них дается, поэтому... Оптимизировано содержание боевых отчетов. Добавлено сравнение боевой мощи двух отрядов, транспорта, химии выживших, снаряжения. Внимание, чтобы просмотреть новый контент в отчетах в дуэлях, нам необходимо повторно сохранить. Но сейчас мы нападем и посмотрим. Новое правило перекрытия территории кланов. Теперь при строительстве зданий клана допускается перекрытие территории своего клана с территориями других кланов. При перекрытии территории клана, в котором первый закончил постройку здания, получит контроль над перекрываемой частью территории. При перекрытии территории кланов. Для установления контроля над перекрываемой территорией вам необходимо уничтожить вражеские клановые здания. Не знаю, как это работает, потом посмотрим. Добавлено пуш-уведомление для содержания чата из групп приватного чата. О, это вообще пуш-уведомление, это нафиг не надо. Добавлено напоминание об изменении скорости производства. При увеличении скорости производства какого-либо ресурса в верхней части нового интерфейса будут отображены изменения. Ну, здесь, видимо, будет, где вот эти зелененькие вылезли, наверное. А, ух ты, как сделали, смотрите. Общее производство, наука, плюс... Блин, смотрите, как прикольно сделали. Защищено от налета 394к. Класс. Теперь по ресурсам более... все лучше отображается. Вот, библиотека мы на максимум почти изучили добычу. Так, что у нас... Так, это мы у нас, наверное, получили с Вудбери. То есть вот в Вудбери мы закрываем 19-е, 170, 120, 170. Успевайте. Что у нас там по армии Нигана? Акватик пятыми, Анубис шестыми. Ну, мы его снесем без проблем. То есть я думаю, что мы их вообще без проблем накажем. Так, по обновлению этому прикольно. Что еще? Оптимизирован рейтинг для уровня ратуши. Если уровень ратуши такой же, рейтинг отображается в соответствии с мощностью зданий. Непонятно. Оптимизирован алгоритм обновления противника при атаке в дуэлях. Ну-ка. Дуэли. Испытания. Сменить. Ну и как тут оптимизировано? Все то же, что и выпадало, да? Особых изменений нету. Так, что у нас там по Нигану-то? Смотрим. Вот и няшка напала на сражение. Смотрим. Армия, армия. Все, у меня на все залетели. Все, сейчас мы армию Нигана, получается, сносим. Куда она направляется-то? Вот она.
360, 1 Ниган, 1 Дуайт, 1 Джон, 75К, 216К помидор, 144К дерево. Ну-ка мы сейчас еще повещем. Сражение. Куда зайти нужно в сражение? Где она? Вот она, нападает на армию Нигана. И тут, в общем, 216К помидор, 144К дерево. То есть это, в принципе, побольше, но там зомби давались все ресурсы, а здесь, получается, только предоставляются, видите, какие ресурсы. И по левелу я пока понять не могу. Кстати, вокруг второго сообщества они все, да? Это военный конвой. Как этот Ниган-то отображается? Ага. Сундучок с черепом Ниган отображается. То есть на карте мы ищем сундучок с черепом. Очень интересно. Я вам скажу, их и не так уж много, да. То есть их придется реально искать, потому что в набегах они пока, как все остальное, они не добавлены. Ну, конечно же, мы Нигана сегодня бить не будем, потому что у нас в интересах сегодня зомби, потому что мы проходим квест. В эвенте участвуем. Ну, в общем, как видите, их реально не так уж и много. Я бы сказал, даже мало. То есть их придется искать по карте. Их немного появляется. Может быть, в дальнейшем их появится больше. Но в любом случае интересно. Непонятно, но интересно. Оптимизировал алгоритм обновления, я не увидел. Скорректированы правила использования предмета для перемещения между регионами. Если ратуша находится в регионе больше, вы не можете использовать предмет. Ну и такой себе. Ну все, мы забираем 3 кристалла. Вот вам и все обновление. Тут что пишут? The main trust is complete. Спасибо за установленное обновление. Если что, обращайтесь в поддержку, как говорится. Все. Стикеры Глен постоянно используйте в чате. Все. В чате у нас появился стикер Глена. Мы можем использовать стикер. Стикер Глена. И... Оу, щит. Бумага закончилась. Прикол. Прикольный. Will you marry me? Ты выйдешь за меня? И что тут? Got your back. Типа я тебя прикрываю. Блин, ну круто. Крутое обновление на самом деле. Спасибо всем за то, что его посмотрели. Следующее у меня уже выйдет по поводу нашего, получается, эвента. Не, ну я, конечно, молодец, я закончил, а как бы там... Нам же Нигана надо еще победить, подождите-ка. Совершение набега. Сколько у нас там по совершению набега? 18-я армия Нигана. Все круто, но сегодня мы минут 14, давайте мы подождем. Ну, в общем, по обновлению, в принципе, все понятно. Говорю, самое классное, что тут увеличение усиления для набега появилось. Мне вот это нравится. То есть, теперь не плюс 2,5, а плюс 5. Ну, и элитный враг добавлен. Это из самого важного. По шепчущимся, я бы не сказал, что там пока сложно. Возможно, для дальнейшего будет сложно. Содержание боевых отчетов. Кстати, отчет вы совершили. Победа улучшить. Ага, улучшить. Общая мощь 389, да, показано? О! Минус 80, минус 452. Смотрите, как интересно, да? Теперь у нас всего 4938 убийств, 1620 ранены. Блин, 19-я повозка, 117 тысяч мощи, да? Классно, кстати, показано, а у меня этот без мощи. Да, тут полностью химию можно посмотреть. Блин, слушайте, ну прикольно, снаряжение, кстати, теперь отображается. Заметьте, вот какие снаряжения у человека расположены. Давайте вот у Ниан посмотрим, да? New Altaids, это вот Ниан. То есть синее снаряжение, синее-зеленое снаряжение и зеленое снаряжение. То есть, ну, очень достаточно информативно теперь здесь можно все отобразить. 105, 121, 90. Вот она, химия, атака команды выжив. 49, 49, 49.
Классно, классно, на самом деле все отображено по отчетам. По отчетам все круто, этот не сильно изменился. В общем, обновлением я доволен, оно достаточно крутое, то, что добавили Нигана, теперь гораздо больше разнообразия в игре. Че мы там сходили, армия Нигана, мы до сих пор идем отправление... В смысле отправление 3.23? То есть мы 5 минут собирались, теперь еще 3.23 отправления, жесть. Это ужасно быстро. Рада встрече. Так, что происходит? Облаженное явно, если не приберем к рукам, может глупости натворить. Да, понятно. Ладно, по этому чату мы вещи почитаем попозже. В общем, мы ждем 3 минуты. Так, что вообще происходит с сильнейшим выигрышем? Мой ранг 30. 9392. Где здесь топ-10, это уже 12 миллионов. То есть мы 3 миллиона до десятки проигрываем. Что в общем ранге? В общем ранге мы 13-й. Тут мы проигрываем до 5-го места. 12 миллионов. Прекрасно. Прекрасно. До 5-го места мне еще, скажем так, победите армию в Удбери. Но это, конечно, мы победим. 19-ю армию в Удбери мы это все будем завтра проходить, потому что испытание Рика, оно тут будет идти до 27-го, сегодня 24-го, как обычно, 3 дня, еще целая куча времени. День тренировки мы закончили, день борьбы с ходячими мы завтра 10 пройдем. Так. В общем, мы ждем отчет, потому что, в принципе, мы все прочитали. Что у нас по сражению? Минута 45. Ну что, получается, мы армию Нигана победили. 93 косаря, 75 косарей пуль, 21-216 ка помидор, 144 ка дерево. В принципе, я бы сказал, что это достаточно хорошо. Алтаец проиграл, повезло, что Ниан зашла. Зашибись. Минус 113. Почему? Потому что 942 мы всего убили. Супер. То есть армия Нигана, давайте для начала, она... ничуть не слабее 19-х в Удбери. По ресурсам достаточно прикольные ресурсы падают, потому что здесь и ресурсы, и пули. Потому что в Юджине там падают пули, только пули и для повозки. То есть, скажем так, этот эвент сделан очень интересно в плане того, что теперь появилось разнообразие. То есть в Удбери они сделаны для ресурсов. Там большое количество ресурсов падает. Юджин, там выбивались только пули и для повозок улучшения. А что-то среднего не было, как сейчас, допустим. Было бы интересно, если бы сейчас сделали разные ресурсы падали. Не только помидоры с деревьями. Возможно, они разные начнут падать, но чуть позже. А пока, скажем так, падают достаточно интересные ресурсы в плане того, что такого не было, чтобы падать и пули, и ресурсы. То есть теперь мы получаем вот такое. А плюсом еще мы 3 фигурки легендарных героев можем выбить. Там Юджин, который, в принципе, как развитие только нужен был. А тут 3, скажем так, 3 пазла на разных героев, которые предоставляют нам бойцовских бойцов легендарных. Тем более они все из одной, как бы, скажем так, с химией. Блин, я считаю, что это мега классно. Но единственное, что да, они не слабые. То есть я сейчас нападал первым отрядом, и мне как бы не хватило для первого отряда. То есть все-таки сильные достаточно мобы. Так что вот. А так, в принципе, все классно. Ну вот оно, целое обновление, что получилось.